Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алексей Купин приревновал Майю Донцову к бывшему парню Денису Баранову. Они выезжали за периметр, и Алексею не понравилось, что Денис в шутку схватил Майю за горло. Он поговорил с Барановым, и тот обещал, что впредь такого не повторится. Мария Кахно сделала операцию по увеличению груди. Также ей немного исправят ошибку прошлого хирурга на лице. Она поделилась с подписчиками, что все прошло успешно. Лилия Читрару тоже сделала две пластические операции. Она увеличила грудь и сделала повторную ринопластику. Никто не понимает, зачем ей это нужно, ей всего 20, у нее красивый бюст. Лилия объяснила, что ей не нравится, что грудь у нее смотрит в разные стороны, а ей хотелось бы, чтобы смотрела прямо. Подписчики Марины Африкантовой предполагают, что она тоже решилась на пластику. Ведь Марина написала в своем микроблоге, что скоро ее ждут великие перемены. Саша Черно ответила подписчицам в Инстаграм, которые пишут ей оскорбления. «Мне комфортно так, как я себя ощущаю. Жрать люблю, и что в этом плохого? А на Сейшелах все вкусное. Зарядку мне тяжело делать, у меня вены трескаются. Так что худеть я не собираюсь, не хочу костями трясти». Бывшая участница Кристина Дерябина мечтает стать ведущей. Она попробовала вести новости на канале 360 градусов. У нее это неплохо получилось. Недавно Ашмарина и Григоренко сообщили о том, что ждут ребенка. На днях ребята опубликовали фотографию, и подписчики обратили внимание на розовые пинетки на фото, предположив, что это намек на то, что пара ждет девочку. После недавней госпитализации врачам удалось откачать Егора Халявина. В сети появилось свежее фото Халявина с новым овалом лица. Внешность Егора становится все более пугающей. Александра Артемова находится в Сочи, она примеряет свадебное платье. Особенно восхитило Сашу платье на первом снимке, но поклонники не разделили ее восторги. Платье назвали отвратительным, а саму Сашу сравнили с бабой на чайнике. Вика Романец и Антон Гусев публикуют свежие снимки, ребята занимаются вместе спортом. Антон Шоки и Вика Комиссарова снова вместе. Недавно Вика жаловалась, что он ее бросил и уехал один отдыхать в Абхазию. Ольга Бузова оскорбила подругу Дмитрия Тарасова, Анастасию Костенко, последними словами. Она разговорилась с подписчиками в комментариях к своему посту. Она написала, что после ростовской шалавы Тарасов ей не нужен. «Это не оскорбление, это правда», – добавила Бузова. Алена Водонаева вспомнила, как она пришла на проект «Дом-2». Она опубликовала старую фотографию. Она восхитилась своей красотой и написала о том, кем была до Дома-2. «Я была криминальным журналистом в городе Тюмени. Я работала 4 года на телевидении, образование высшее, филолог-журналист». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.